Музей трудовой славы Саратовской области планируют открыть до 30 апреля. Сегодня темпы стройки в Парке Победы на Соколовой горе приехал оценить губернатор Валерий Радаев. По информации Министерства строительства региона, на сегодняшний день основные работы завершены. Идет внутренняя отделка, прокладка коммуникаций и благоустройство территории вокруг будущего музея. Строители обещают, что первые помещения для расстановки экспозиций будут готовы уже через 10 дней. Валерий Радаев напомнил о том, что после завершения строительства еще рано говорить о полноценном музее. После того, как ему придадут форму, наступит очередь содержания. Надо делать, чтобы было несколько предложений. Несколько проектов было, вот их надо выбирать. Вы понимаете, у нас такая теперь возможность, это ее нельзя, чтобы она была вот полупустынной здесь. Здесь должно так все быть колоритно. Мы говорим, лучший первый музей трудовой славы, он должен быть лучший, во-первых, и первый.